Ну что, друзья, продолжим строительство мини-домика. В планах разобраться с кровлей, с кликфальцевой кровлей, поставить окна и двери и подумать об наружной отделке дома. А сегодня начнем первое приготовление для монтажа кровли. Поехали! Ну что, ребят, дождик у нас прошел, всю ночь гроза была, сейчас дожди у нас были. Дождь такой нормальный тоже шел, и с утра вот уже немножко распогодилось солнышко, поэтому полезем на нашу кровлю. Будем потихоньку добивать, как-то долго с этой обрешеткой вожусь, не знаю почему. Ну, вернее, я бы, наверное, быстрее бы сделал, если бы сразу капельники набил, а не обрешетку не снимал. Потом у нас еще возникли вопросы с фронтонами, я там возился. То есть время немного на фронтоны эти потратил. А оказывается, можно сделать еще по-другому. Я сейчас буду делать. Можно было бы сэкономить много времени. Сейчас все равно переделать буду, потому что все равно криво получается. Мне не нравится. Надо будет потом это все отработать по-другому. Поэтому сегодня приступаем. Сейчас добьем вот эти вот куски наши и перейдем к слуховому окну. Подготовили наши кусочки обрешетки. Прежде чем прибивать обрешетку, вот эти остатки, там надо кое-что еще отпилить. Сейчас поработаем немножко пилой. У нас даже комбайны гоняют. Россельмаш. Смотрите, как мы закончили вот эту одну сторону уже у нас. Теперь нам предстоит работа вот здесь вот. Надо сейчас обрешетку здесь прибить. Но прежде чем прибить нашу обрешетку, надо еще здесь устроить капельник. Вот здесь вот. Я его запускать уже буду чисто под гвозди сюда. Поэтому приступим к этой работе. Thank you.
Ветер сильный, ну извините за это. Так, вот мы сейчас начинаем делать обрешетку вот здесь вот, у слухового окна. Здесь будем практически сплошную обрешетку буду делать. Я все равно зазор буду там 25 мм делать, чтобы влага все-таки куда-то уходила. Потому что у нас здесь угол вообще рекомендую только от 14, там 16 градусов где-то делать. А у меня где-то здесь получается вообще 12 градусов. Поэтому вот так вот как-то будет. Посмотрим. Ну, вроде бы дождь, все уходит. То есть, я не знаю, там просто мембрана лежит, ничего не протекает, все хорошо. Я думаю, все должно быть отлично. Так что начинаем эту работу. Ну, вот какие тучи к нам подкрадываются. Здесь уже, смотрите, как поливает. В Питере одни дожди. Так, ребят, смотрите. Я сейчас пока слезу, добивать не буду. Смотрите, сзади какая туча. Сейчас инструмент весь спрячу, потому что мне страшно. Если там будет мимо проходить, то я буду добивать. А по факту, если это все затянется, давайте так чуть-чуть сегодня подытожим. Мы добили обрешетку на той стороне. Сделали капельник с этой стороны. И вот начали обрешетку уже тут добивать. Не знаю, как-то должно было чуть-чуть побыстрее все это закончиться. Но как-то тянется. Поэтому я пока вниз. Если что, я еще чуть-чуть сюда залезу. Сегодня, как помните, я туда чуть повыше залезу, добью обрешетку там возле слухового окна. Наконец-то мы добьем эти. Там чуть-чуть еще с крыши позанимаемся и как бы... На этом закончим пока. По поводу кровли звонил в магазин, они говорят во вторник что-то там, ближайший срок, ну будем смотреть, я сейчас пока в отпуске, поэтому буду ждать, то есть я все время буду на участке, мне удобно с этим будет дело иметь. Поэтому мы сейчас вот смотрите, я закупил еще со скважины, чуть-чуть поработаем. Сейчас раскатаю ПНД-трубу вот эту, чтобы она не закручена была, пока солнышко есть, чтобы она чуть-чуть повыпрямлялась. И приступим к нашей обрешетке. Сейчас залезем в наш штабель, откроем и приступим к работе. Там не очень много, так, по мелочи. Так, потихоньку выпрямим, а сейчас приступим к обрешетке нашей. Надо уже добивать, уже надоело, честное слово. Сколько можно уже. Так, ребят, смотрите, как видим. Вот мы кусочек обрешетки этой не добили. Нам надо еще отрезать вот таких вот 10 длинных. И вот тут короткими я добью, просто у меня обрезок. У меня много обрезков, поэтому будем использовать эти обрезки. Потому что эти дюймовки сотки мне так... По большому счету нигде не надо так пока, поэтому я вот эти вот обрезочки сюда повпихиваю, потому что у меня уже там чуть-чуть заканчивается. А у меня еще здесь будет веранда, на веранду тоже надо оставить, поэтому пойдем сейчас нарезать обрешетку нашу. Здесь кусочками добью. Нагрузки никакой, это никуда не денется, так что и по два гвоздя на это все дело хватит. Тут так гвоздодером еле отдираешь. Это только чтобы ветром с нагрузкой в 30 килограмм метр квадратный. Тут
Ну что, приступим? Так, не хватило три штучки, так что еще пойдем попилим чуть-чуть, пилим 1 сантиметр в 150-ки. А так, в принципе, все. Я еще сегодня, наверное, залезу в Кисуму, начну немножко там с электрикой возиться, поэтому работаем. Тут уже плохо видно будет, но я думаю, в Кисуме там свет быстро проведу, хотя бы чтобы электричество было там, и можно было в свету снимать. Ну, там, в принципе, ничего сложного будет. Работа заключается в коробку подвести провод, с коробки выйти на выключатель, свет и на две розетки. Такая у нас работа. Так что вперед. Может, сегодня еще успеем поделать. Так, ребят, уже начинает темнеть. Буду заканчивать работу на кровле, хотя, в принципе, я тут уже все и закончил. Вот смотрите, я уже добил тут обрешетку в нашем слуховом окне. Тут осталось, как я уже говорю, кое-какие мелочи надо подобивать. Здесь, смотрите, ребят, я еще не перебивал, потому что не знаю, как там узел коньковый правильно будет сделать. Вот именно, когда один уклон крыши и другой там перепад. Пока не буду делать, по факту уже буду смотреть. Вот, а мы сейчас полезем в кисун. Там еще в кессоне чуть-чуть поделаем. А то я сегодня поздно приехал, так, потому что закупался всем необходимым материалом, чтобы уже сделать обустройство скважины, в дом подвести эту воду, и чтобы можно было пользоваться водой. Наконец-то уже надо. И надо как-то разгребаться со стяжкой, потому что можно уже, в принципе, то у меня уже септик готов, можно им пользоваться. А я пока все в кустике бегаю. Поэтому будем такими работами заниматься.